Лето, ах лето, пора свежих домашних овощей, у каждого дома или на даче на грядке найдется место кабачкам и помидорам. Я предлагаю приготовить вкусное диетическое рагу из домашних кабачков и помидоров. Кто сказал, что сытное и вкусное рагу должно быть только с картошкой? Мне очень нравится вариант, как приготовить диетическое рагу из кабачков с помидорами и луком. Блюдо получается просто невероятно вкусным, при этом и полезным, ведь для его приготовления не используется ни грамма масла, а все продукты натуральные. Это блюдо по-настоящему летнее, готовлю его с конца мая, когда уже есть молодые кабачки, и аж до самого конца лета. Многие готовят рагу из кабачков без томатного сока, используя только свежие или консервированные помидоры, но методом проб и ошибок я выработала именно такой идеальный рецепт для себя, в котором присутствует чудесное сочетание волшебного аромата молодого помидора и легкая кислинка томатного сока. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подготовьте все необходимые ингредиенты, кабачки промойте и очистите от кожуры. С помидоров я предпочитаю кожуру не снимать, но вы можете это сделать, ошпарив их кипятком. Кабачки нарежьте небольшими кубиками. Лук порежьте мелко, отправьте их вместе с кабачками в сковороду, постоянно помешивайте, пока кабачки не пустят сок, затем накройте крышкой и потушите 5-7 минут. Помидоры порежьте на небольшие кусочки. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Крышку уберите, добавьте в сковороду порезанные помидоры, тушите до испарения жидкости. Влейте томатный сок, перемешайте, тушите рагу еще минут 10, пока сок не уварится и рагу не станет густым. Блюдо готово, подавайте его, украсив зеленью. Приятного аппетита! Жду ваших лайков и комментариев. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Кабачок молодой, 2 штуки. Помидор, 2 штуки. Томатный сок, 150 грамм, соль поваренная, 1 щепотка, лук репчатый, 1 штука, количество порций, 3. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Удачи!